Кто у нас тут ноет? Мы приехали, всем привет. За пенополистиролом экструдированным. У нас проблема. Чё? Сиденье сложить надо? Убирай посмотрите. Ты чего ноешь? Ноет. Ведь сколько мы загрузились? А Прохора где мы посадим? Мама, приди, с пешком не приезжай. Мы не рассчитали, что у нас есть сегодня Прохор. Ой, Сём, я тебя не вижу! Я сегодня знаю, как это называется. Да, листы. Один лист и еще один взял с собой. Да, кстати, у нас осталось три листа. Мы сделали в тот раз ошибку. Мы, я не сделала. Нет, это папа так думает. Он думает, что ему надо было сделать вот так, по-другому. И вот он в этот раз сделает. Видите, там меньше, а здесь торчит выше, которая наружу. Верхняя, вот эта часть. Вот это раньше было к стенке. Она должна была к стенке. А теперь он делает вот эту часть к стенке. Вот эта часть должна была быть к стенке. Но я в этом ничего не понимаю. А мы вот сделали вот эту часть. А как правильно? Люди, как правильно? Я лично в этом ничего не понимаю. Вот и всего вот эту часть. Ваня мне не объяснил, просто сказал, что будет делать по-другому. Что он якобы не так сделал. Имейте в виду. Напишите, как надо, если вы считаете нужным. Да. Меня научите. Тебя не слышно было? Ты шуршишь. Ну, сделай нормально. Почему? Прохор, я не буду такой. Я буду вырезать такого поганенького. Хорошо, говори, веди себя и говори. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам сложно, а нам приятно. Вот. Четко надо говорить, слагать свою речь. Иди. Я перешел в третий класс. Да, Прохор перешел в третий класс. Молодчина. Еще не будет, наверное, обзор на кое-что. Уж на что? Возможно. Угу. Придумал, беги. Папе. Не мотай мне с этим листом. Это у нас все, что осталось уже. Сёма! Сёма кушает кашу. Смотрите, рододендрон у меня расцвел первый раз в году за то время, что первый раз я вижу его в цвету у себя. Прошка, поздоровайся с подписчиками. Всем привет. Посмотри в глаза. Двумя глазами. Проша едет в машине, ему нет места. Правда? Посмотри. Ты покажи, что сзади. Сейчас покажу. Мы очередной день. Очередной отпуска хаос. Нашего папы. Очередной хаос в нашей жизни, да? Ой, сейчас покажу, что у нас тут. Привет всем! Я все больше и больше замучиваюсь. У нас вот там утеплитель. Там сидит Семен Иванович. Ты что там шапку снял? У нас осталось очень мало, и мне кажется, у нас останется все опять больше. Да, у нас осталось все меньше и меньше всё работы по утеплению. Да? Мы сегодня закончим. Он наш папа идет. Сейчас будет фыркать. Опять напишет, что наш папа злой. Он не привыкший с ним. А сейчас скажет, что опять я шепчу. Фред, ну как вас обслужили больше? Ты че башкой?
аккуратно штуки. Как там очередь? Нет? Нормально все? Поздоровайся. Ничего не потеряй там. Прохор. Не потеряю. Конечно. А потом это не я. Где ты взял Прохора? Прохор тут нет. Мы только сегодня с Семеном и с утеплителем едем. Ну что, помимо стройки я еще бегаю по магазинам, по аптекам. С утра заехали в поликлинику за лекарством. А детки мои конфетки все со мной. Сидят там, покушали. Сейчас покажу, какой гору таблеток получила. О, кушайте на здоровье. И еще я не все купила. Вот так вот деньги уходят в аптеку. Ты знаешь, у меня дома есть? Нет у нас такой фигни. Не-не-не, это просто такая упаковка. Это когда уколы, да капсулы такие. А вот, пожалуйста, на себе купила вот такие витамины. По-моему, они белорусские наши. Детям кушать. Вот, да. Там сосиски. Короче, кормим. Кормим как можем пока детей. Посмотришь рецепт таких же булочек. Хорошо. Сама их будет. Завтрашнего, да, когда дома буду. Завтрашнего дня Прохор у нас идет в школьный лагерь, да? Хоть будет досмотрен один ребенок до 24 июня. Ну что, у меня обед. Я покушала сосиски в полевых условиях. Сосиски с хлебом, булочку и его молоко. Короче, детей покормила. Ваня поехал докупать последние два листа. Ну, они не упаковка, а два листа надо было. Мы знали, что нам докупать, потому что мы просто не мерили. Ваня говорит, уже упаковку израсходую и куплю по количеству столько, сколько надо. Поехал. И за зонтиками поехал, походу. Потому что считал тут все. Вот. Мальчишек с ним отправила, чтобы они поспал этот Семен. Вот. Так что сегодня уже все доклеит Ваня. Пену еще купил. Горло у меня першит. Я тут холодно у нас. Я простыла. Сейчас сняла куртку. Была в куртке. Потому что попью молочка. И возьму плоскорез. Фокина уже вот здесь стоит, смотрит на меня. И, даже не плоскорез. Возьму, наверное, корневый дергиватель. И много колючек повылазило, я смотрю. И пойду эти просто точечно колючки пока подостаю. Потому что с этих колючек, они же потом такие огромные повырастают. И они что-то на клубники полезли, смотрю. А дуванчиков нету. Я их повырывала, да, тогда. А теперь вот колючки. Корневый дергивателем все подостаю в ведро. Будет мне хотя бы какая-то работа сделана. Потому что я только бегаю, Ване помогаю, то воду подвожу, детей смотрю, одеваю, переодеваю, вожу их, спать укладываю. Сейчас надеюсь, что они покатаются, и Семен уснет. Вот такие дела. Хорошо, что нет дождика, и нам как-то есть возможность поработать. Вот я про вот эти колючки вот имею в виду. Смотрите, сколько их повылазило. Видите? Это я вам просто на одной грядке показываю. Вот на вторую пошли. Короче, они у меня тут что-то вот разошлись. Видите, как много? Вот я их сейчас и там. Но я сейчас эти колючки подостаю. Мелкую хорошо бы плоскорезом потом посечь, но эти надо. И походу у меня кукуруза взошла. Вот. Это кукуруза, и вон кукуруза. Да, и вот там начал всходить кукуруза. Боже, в такие холода еще что-то всходит. Больше ничего я пока не вижу себя. Смотрите, сколько я собрала. Это только с этой части, что я вам показала. Казалось, их столько нет. Что-то у меня дефицит ведра. Ваня там все ведра забрал, поэтому я не трогаю. Оказалось, три крышки от торта есть. Так вот, прикиньте, мама даст, соседка принесет. Аж три коробки нашла. Вот, и накопала себе три коробки только на этом участке. Представляете? Ну, конечно же, своим помощником. Корневый дергатель. Хвалю его и все время буду хвалить. Пожарная что-то проехала, шумит. Вот такие моменты. Надо еще плоскорезом пройтись. Ну да, что-то аж вторая поехала. Что-то где-то был пожар, что ли. Не знаю, оттуда. Там пожарная не находится, там садовые товарищества, дачные эти домики. Они что-то поехали. Ага, третья. Явно, пока мы ездили, видимо, они туда с мигалками ездили. Мы не знали. Ну что,
Сегодня Ваня доклеил, сейчас покажу где, и вот такие штучки, зонтики называются, с Прохором сейчас делают. Вот они отсюда вы начали и пошли, и сейчас уже обошли террасу, там где мой цветник. А вот что он сегодня доделал, оно здесь высыхает, вот. Ну и там они работают, к ним не пойду. Видите, тут такое солнышко хорошее. Я вот там предлагаю сделать такие высокие грядки, Ваня. Вот, потом попозже. Потому что солнце здесь тоже есть. А вот здесь, сейчас покажу. Сёмечка, ты где? Сёмечка смотрит на птичку, он пошел. Сёмка, тебя птички там не унесут? Смотри, а то, видишь, они возле тебя крутятся. Шапочку поправь повыше. Выше, выше, чтоб с глазок, да. Молодец. Ну и все, смотри, далеко не уходи. Еще Ваня вот пену же купил. Ему надо запенить всякие дырочки. Здесь же будет крыльцо, поэтому он здесь не тратился, видимо. Фу, а я сегодня, наверное, 10 ведер вот таких. Ведра, 10 ведер, наверное, вынесла, может, и больше травы. Видите, какая трава плохая на клубнике, но она цветет. Я порвала траву под кустиками. Смотрите, у меня куча цветов было в зарослях. И вот мой родик ландыши, оказывается, у меня есть. Это флоксы, пионы в бутонах. Во какие цветы, розы. Моя кофта. Видите, сколько я прополола. И у меня тут куча-куча цветов, как оказывается. Вот. Эти цвели никто не видел. Это мои грядки. Видите, сколько петрушки мы уже порвали. Я еще подружку угостила. Вот это у меня мята. Сегодня нарву мяты тоже. Так, мне чтобы Сёма не убежал. Ну и вот розы. У меня получается 3 розы. Вот одна роза. Вторая и третья. Вот эти две одинаковые. Я уже рассказывала. А вот эта роза от предыдущего хозяина. Я не знаю, какая она. Хочу вот эту грядку еще порвать. А потом только выкапать, коли она уже такая большая. Ну и вот. Видите, у меня разных, наверное, 4 вида хост у меня есть. Вот. Так у меня сейчас. И вот здесь вот надо еще рвать траву. Потому что вот тоже хост. Сёма! Сёма! Ну, вот здесь у меня заросли. Иди сюда, вот птички прилетели сюда. Иди, птичек, смотри. Семен далеко убежал. Я его вижу, надо идти забирать. Что? Гвозди вставлять, говорю. Что буду делать? Гвозди вставлять. А, гвозди? А ты уже устал? Семен, иди, зайка, сюда. Смотрите, куда ушел. Мне уже за Семеном надо идти. Сёма, иди сюда быстро. Ну что, запенили, зонтики все сделали и собрались домой. Я, между прочим, Ване чуть меньше половины дома помогла сделать. Не, наверное, половину дома забивала гвоздики и зонтики. Ну что, уставшие, довольные в очередной раз, едем все домой. Всем семейством, кроме Насти. Настя у нас ответственная за медицину. А мы за стройку. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Четко надо говорить. Четко скажу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И пишите комментарии. Пока.